Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Итак, факты от пены у нас. Стример рыгает, 0 запросов. Далее, следующий запрос, 6 запросов, факт от пены. Итак, факты от пены от Евгена, прогрев, кошак. Факты от пены, пена, подходим. Факты, факты, мудрости, факты от пены. Пожалуйста. Давай, пожалуйста, пена. 6 фактов. Не то золото, что блестит, а то золото, которое желтое. Сегодня слишком хорошо, завтра еще лучше. Если твоя девушка беременна, значит, не ты ее обеременел. Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как мамка скажет. Если ты заблудился в лесу, то иди домой. Запомни, всего одна ошибка, и ты ошибся. Я вообще делаю, что хочу, хочу пиццы, звоню врачу. Все. Все, молодец, иди нахуй теперь. Стримит Богдан, 2 запроса. Стримит Богдан у нас, 2 запроса. Стримит Богдан. Так, стримит Богдан, да. Хорошо, там у нас по 5 минут, значит, 2 запроса, 10 минут. Бодичка, сюда. Да, всем привет, Бен, это Богдан. Ты прости за такие сообщения. Всем привет, но это Богдан, данный человечек люблю тебя и пришел. Давно смотрю. Но я продолжу тебе это писать я, время Богдан, от времени такие данный, сообщения. Пи***дюк. Целую. Я сейчас хорошего буду играть 10 минут, может, меня позже здесь загляну попросили. Сегодня. Не хочу ходить в школу, потому что там долго времени надо проводить. Я лучше в игре уровень пробью себе. Чем больше девки нас любят, тем меньше им денег платить надо за секс. Это мне мужик сказал возле пятерочки пьяный. Да. Музык ходит по улице. Блять, упал машина. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Ты можешь убить его? Последнее осталось. Работай по нему, по женщине. Ну? Давай же, жирняк. Все. Просто на изи отработал Богдан. Да, Валера бы не прошел здесь, он слоу погнал. Привет! Привет! You let me pick you, follow me, so anybody, ля-ля-ля-ля. I love you, baby. Привет, как дела? Привет. Нормально, как у тебя, как Бравл Старс уровень.
Так, все. Пошел отсюда, брат. Ну как, игруха, заебись, чел. Смуту играешь, я смотрю. Открытый мир и все такое. Ну давай. Пена тихо. Блять, я тебя не увидел. Ну как бы увидел, но, блядь, потом не увидел. Пиздец, короче, ты меня опередил. Ну, в общем, я проиграл, а ты нет. Падение с неба за 750. Ой, блядь, пришел, а. Опа, цены упали. Вот, пожалуйста, и попросили. Пожалуйста, вот оно. Оно приходит, сука, оно чувствует жопой. Да, работаем, работаем. Блять, кто-то умер, блять, но не я. Пиздец, как-то неудачная миссия получилась, походу негра убили. Прими мои соболезнования, твоя мать женщина, как выяснилось. Какие-то фейки появились. Ой, пи***, блядь. Сейчас уебай, все, смерть. Я не могу быть парнем для всех девушек из чата, к сожалению, уважаемые девчонки. Я понимаю, как вы хотите, каждая, кто меня сейчас слышит из девочек в чате, чтобы я был ваш парень. Но я не могу, как бы мне не хватит просто времени, чтобы со всеми мутить. Секс можно как-то попробовать успеть. Пару скуп перепихнуться. А так, чтобы вас встречаться, у меня нет времени, извините. Прогресс, Денис, ебать. Ты охуел? А чё? Чё там с прогрессом нашим? Пошёл на... Так, в этом году можно официально объявить игру «Мамонт года». Это у нас Elden Ring, то есть и это Сандерсон. Концепция про лучшие игры для мамонтов уловлена. А шкурки лучших мамонтов с самыми длинными бивнями будут вывешены на стенке попуска в смысле почета. А? Нет. Не слышу, ладненько. Не надо как говорить твои слова дела, «мамонт». Ста? Не говори слово «мамонт», привет. Вечеринка. Йоу, как твои дела? Как ты? Привет, братишка, привет, Молдова. Привет, братья. Как твои дела? Как дела твои у тебя? Как у тебя дела? Как ты, как в школе, как-то старый? Привет всем, как дела, товарищи? Вау-вау, не слышу ни хуя, как дела, не понял. Как дела? Как дела твои? Как у тебя дела? Как настроение твое? Как самочувствие перед 1 сентября? Ю? Как дела? Как дела? Насрал! Работаем. Боже, как же легко это было, пи***. Кто только на донаты отвечает? Я? А, нихуя себе, ты охренел, морда. Я всегда всем отвечаю, везде. Даже в интернете. Надо. Понятно?
Насрал. Бля, не гоню, сука. О, все, умер нахуй. Бля, шоколад лежит и расплёстался. О, да, потек шоколад. Заткнись. У меня хпшка на належке была. Желвак активирует падение с неба. Со силы шара. Зай, ну тут нормально. Работаем. Блять, о! Да. Давай, я готов. О! Во! Вот такая женщина должна быть. Нормальная, порядочная. Она знает, что мужчине надо от женщины. Вот это настоящая женщина. Не то, что там, блядь. Нет. Вот это настоящая любовь. Не понял, сука, где? Так, заяц. Себе, блядь, две минуты на вот это вот пошла котина. Снайпер. Нихуя себе. Нормально. А теперь мой выход, смотря. Это что за хуйня? Это что, откуда это? А, мебес! Блять! Ебать, что за бред? Я хочу в жопу. Осуждаю! Тварь, удали этот мем! Я вот тебя очень люблю и подарен, что ты делаешь с ним. Ничто так не поднимает настроение, как ты. Спасибо тебе. Было бы здорово, если бы ты еще не лицемерил иногда. Если бы тебе не было. Я вообще не лицемерие, я даже не знаю, что это значит. Я вообще нормальный-то в этом плане, я не соображаю тебя. Лицемер — это тот, который лицо меряет. А я как его меряю, блядь? У меня нет маски. Не понял. А, взорвать надо? Тю, блядь. В смысле, блядь? Там не было никого. Чё за хуйня? Да не понял. Там не было никого. Машина была пустотела. Чё за бред, нахуй? Дед, да, мы все тебя любим по-своему. Парни из чата, отправьте деду свои дикпики, чтобы он понял, что вы его любите. Я вам предлагаю, ротики, закрыть, если у стримера что-то не получается, виноваты только вы. Все. Во время затупа на стриме виноваты обои. По нему видно, что он сладкий. Хесус, он такой сам по себе. Типа, знаешь, такой как бы, ну, ты, как вот это слово есть? Ну, сладкий слишком мальчик. Сладкий. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то сверни туда. Блять, я прихожу на работу, хочу нормально сходить толчок. Вместо того, чтобы нормально сходить толчок, я должна, блядь, 5 раз нажимать на эту ёбаную кнопку, чтобы в итоге все равно не смылось, блядь. Зай, тихо. Что, бро, в чем проблема, я не понимаю. Извините, ребяточки. Чуть-чуть отходил конфликт с ситуацией. Серега звонил. Ребята, прошу прощения. Блять, я даже сантехник не могу. Ты нахуя снял деньги с карточки? Где, блядь, все деньги на карточке? Я не могу. Актеры шкабасаны. Ребята, извиняюсь, сейчас там пацаны, короче, понял, приезжать там помочь надо. Сам ты знаешь, я так никогда женщин не называю, Зай. Я не знаю, если у меня женщины, я, слышишь, ты, Ари. Мне должно быть всегда так, как я хочу, Паша. Мужчина в отношениях — это всегда как бы связывающее звено между любовью и нелюбовью. Мужчина всегда прав, женщина
Его постоянно должна слушаться, обязана, понимаешь? Паша, как у нас все в мире? Сначала появился мужчина, а потом Бог решил, чтобы не было скучно мужчине, создал женщину. А вот, для мужчины. Поэтому вот так вот. Мужчина... В курсе, что я здесь, блядь? О, спасибо, братишка. Работаем. Я не выйду. Неужели он прошел эту миссию? Да. О, вот это я не секунд, там прыжок будет через этот самый, как он, баннер такой, да? А у меня Intel, и что? Всем пох. О. Зачем назвать не поток, а слово финал? Упал, фиксируй. Анди, падение, потому что я не за рулем сейчас сижу. Спасибо, братишка, но ты молока сделал, мимолетыша. Да. Не буду я убирать финал, под сегодня финал. Вау, вот это да, сейчас прыжок красивый будет. Да, сука. Спрунг. Смотри, сейчас смотри. Ага. Вот это вот эффекты, блядь. Ну чё там? Как дела у смуты? Согласитесь? Красиво. Ну согласитесь? Это действительно красивая миссия. Ничего, что раз рядом смуты еще один грант дадут дяде. Какой, блядь, грант? Может, все-таки не надо им ничего больше давать? Может, надо, наоборот, забирать то, что дали? Нихуя себе, братишка, это что был? Бас-бочка 808? Это 809-я новинка. Нихуя себе. Ведь? Крыса. Предатель, сука. О, но... Так, ладно, потише, ведите себя, пожалуйста. Кстати, пацаны, я вам песню новую хотел показать. Влюбленный ворон. Сейчас. Я быстро прям. Блять, слова забыл. Извините. Сейчас я тогда быстро микро отключу, санузел сбегаю. Ой. О, студенная. Спасибо. Ничего. Скоро больше будет. You are natural. Человек делает невидимые действия. Ой. Блять. Что-то не совсем получилось. Что, закуксило, да? Ой. Блять. Привет, я сейчас буду драться. Блять, фотографируй малыша.
Работаем, работаем. Все. Возьми камеру к падению. Чё, блять? Вот, пожалуйста. Скоро будут писи с вертолетами. Блин, я их так не люблю.